Команда Євробачення, для яких цей конкурс став не тільки частиною нашої роботи, але й частиною нашого життя. Офіційно повідомляємо, що ми залишаємо цей проект і припиняємо роботу над підготовкою до проведення конкурсу. Письмо такого содержания буквально взбудоражило всю Украину не далее, чем вчера. Все информационные СМИ, порталы распространили эту информацию. Но что же все-таки происходит? Неужели Евровидение действительно под угрозой срыва? Почему за несколько месяцев до мирового конкурса команда отказывается проводить этот конкурс, узнаете в нашем эфире. Добрый вечер. Вы смотрите проект «Вечер на седьмом». И сегодня с вами проведем его мы, Анна Грынев. И Максим Малынов. Но самое главное, что успела сделать команда перед уходом, это то, что увидели во всем мире, это слоган Евровидения и это его логотип. Логотип, напомню, выглядит как червоно-черное намысто, такое украинское намысто. Мы сегодня будем обсуждать, что это, почему именно такой был выбран логотип. Ну а слоган у нас звучит так: «Шануймо розмаїття», либо «Уважаем многообразие». Если вы не видели, как выглядит наш логотип, смотрите вместе с нами и сможете высказать свое мнение в прямом эфире 7 канала или в социальных сетях. Ну, собственно говоря, вот так вот будет выглядеть и вся информационная продукция Евровидения, и слоган Евровидения звучит «Шануймо розмаїття». Шквал критики уже обрушился и на слоган, и на логотип Евровидения. Во всем мире очень бурно отреагировали, очень многие его приветствуют, многие его критикуют, называли его уже чуть ли не колбасой и круассаном по-разному. Лично мне нравится. Вот нравится ли нашим телезрителям? Мы готовы услышать ваше мнение. Звоните нам в процессе эфира. Наш телефон 726-3326. Рассказывайте ваше мнение по поводу того, нравится ли вам логотип Евровидения, слоган его, и как вы думаете, что будет с Евровидением в Украине? Ну и возвращаясь к нашему письму, начало которого мы зачитали в нашем эфире. Конечно же, письмо очень большое, поэтому полностью мы его читать не будем сейчас, но у нас есть возможность узнать, что же там в этом письме и почему команда, которая, по идее, должна была заниматься организацией этого масштабного проекта, отказалась за несколько месяцев. Я считаю, что это в последний момент. Смотрите, одним из людей, которые подписали это письмо, был Денис Блащинский. Это представитель креативной команды. Вот мы попробуем ему сейчас дозвониться и задать несколько вопросов. Давайте мы позвоним сейчас Денису и попробуем в прямом эфире пообщаться с человеком, который был одним из авторов этого письма, и узнаем, почему же, что произошло, что послужило причиной. Но, как было сказано уже вот так коротко в информационных сводках о том, что якобы из-за непрозрачности финансовых вопросов Евровидения, напомню, что еще достаточно серьезный скандал тянется и вокруг продажи билетов. Билеты не продаются до сих пор, остается всего лишь там чуть больше 3 месяцев, но билетов на Евровидение еще нет. Иностранцы, которые регулярно посещают Евровидение, они вот очень сильно удивлены. У нас уже есть звонок с Денисом, да? Денис, здравствуйте, вы нас слышите? Доброго дня, так, я вас чую. Денис, итак, расскажите, что в вашем большом письме и почему вы решили отказаться за несколько месяцев от участия в Евровидении, от организации Евровидения? Вы знаете, я дуже люблю робити добре свою справу. И я є фахівцем в проектному менеджменті, в івент-менеджменті. І мене запрошували сюди в проєкт Євробачення саме для того, щоб зробити добре
цю справу. Євробачення в тій частині, в якій я мав честь дивитися. І коли мені не дають можливість це робити, то я собі повинен відповісти на питання, чи можу я в цих умовах зробити це ефективно, якісно і брати відповідальність за цей результат, чи ні. Я для себе не зміг позитивно відповісти на це питання, як і не змогла відповісти на це питання позитивно моя команда і виконавчі продюсери Євробачення Олександр Хребін і Вікторій Романов в тому числі. Денис, ну а в чем была главная загвоздка? Я так понимаю, что там какой-то финансовый вопрос все-таки стал ключевым, почему вы отказались? Ні, мова не про фінансове питання. Мова про стиль менеджменту, мова про те, як одні люди бачать можливість керувати проєктом, інші люди бачать можливість керувати проєктом. Я не вважаю за можливим об'являти тендери за 3-4 тижні до початку Євробачення. Для мене це запізно. Я вважаю, що супроводження юридичного фінансового проєктної діяльності, воно обов'язково повинно бути з самого початку, воно повинно вести дуже прозоро, і фахівці повинні долучатися і до команди, і до всього процесу. Я вважаю, що комунікація назовні повинна бути дуже така чітка, прозора, залученням громадськості. І те, що зараз відбувається, воно каже про те, що більш за все проєкт буде переведений в такий режим ручного керування, мікроменеджменту, і це будуть проєкт ніж той, який я хотів би робити. Скажите, пожалуйста, я видела, что очень много людей подписали это письмо. Сколько это человек? Сколько было в вашей команде? Кто это? Моя команда – це 37 позицій, 37 людей. 22 людини підписали листа. Багато людей ще не встигло вийти на роботу, вони почали працювати, але вони з 1 лютого повинні бути були у штаті, але так і не розпочали. І кілька людей пішло ще до початку цієї історії, тому що це насправді вже тривало біля 2 місяців. Отже, там загальна кількість плюс-мінус 30 людей покинуло Євробачення. Скажіть, а реально зібрати таку команду за кілька місяців, щоб знову створювати Євровидення? Ну, таку команду – ні, іншу – так. А що ви маєте на увазі іншу? Гірша підготовка чи? Будь ласка, повторіть. Що ви маєте на увазі іншу команду? Гірша підготовка чи як? Ні, я маю на увазі, що кожна команда, вона унікальна. І вона збирається спочатку групи людей, потім з нею робиться команда. В новому керівництві є якісь думки з цього приводу, вони когось вже там шукали і назначали супервайзерами напрямків, такими спостерігачами за людьми команди. І це було так, визвало іноді посмішку, тому що люди не знали, про що йде мова, але вони долучалися до цього процесу. Але потрохи, розумієте, я як івенчик можу вам сказати, що будь-який проєкт можна зробити в дуже стислі терміни. І бачення в тому числі, там ми спеціально відійшли від цього процесу за такий термін, щоб дати можливість людям, які дуже сильно прагнуть, дуже хочуть показати, як вони можуть зробити в інший спосіб, зробити це. І це абсолютно можливо. Просто тут інше питання, як це зробити, яким буде це, ну, ці події, яким буде цей проєкт. І я думаю, що при політичній волі, при бажанні, при зусиллях, при такому драйві, вони можуть це зробити і так, як вони собі це планують. Денис, вот мы сейчас находимся в прямом эфире и задаем нашим телезрителям вопрос. Вот если можно, я попрошу вас, резюмируя нашу беседу, тоже на него ответить. Вопрос звучит таким образом. Чем станет Евровидение для Украины? Вариант первый – опозоримся на весь мир. Вариант второй – выкрутимся, и в последний момент все будет супер. Вы как думаете? Моя думка, что мы сможем знайти ресурси, можливості, сили і креатив для того, щоб подолати цю проблему. І я думаю, що все кінець кінцем буде добре. Я оптиміст.
Денис, спасибо огромное вам за возможность связаться с нами в прямом эфире. Спасибо вам за ваш оптимизм. Я думаю, что разделяю его с вами. Думаю, что Аня тоже, поскольку украинцы, в принципе, люди творческие, энергичные, верящие в светлое будущее. И мы справимся. Нам сейчас это очень нужно. Ну и о творческих людях. У нас есть один из таких людей в гостях. Сейчас мы его пригласим. Это Игорь Буренко. Его вы чаще видите в эфире как ведущего новостей. Но сегодня он у нас в гостях не просто так. Ведь он автор песни на Евровидении в 2012 году. Песня «Be My Guest», которую исполняла Гайтана, и вот вместе с ним мы пообщаемся. Каким же будет Евровидение 2017? И еще раз хочу напомнить, что у вас есть возможность ответить на этот добрый вопрос. Вечер. Привет. Добрый вечер, Игорь. И есть несколько вариантов. Можете позвонить нам в студию по номеру 726-33-26 или ответить на вопрос, чем станет Евровидение 2017 в Киеве. Три варианта ответа. Опозоримся на весь мир, выкрутимся, и в последний момент все будет хорошо, непредсказуемо. Можно делать ставки. Игорь, вот ты как считаешь, чем станет Евровидение? Вот у нас есть три варианта. Вот какой ты выберешь? Я уверен, что мы проведем его на отличном уровне, и все увидят и узнают, насколько Украина красивая страна. Это наш долг, это наша обязанность, и так и будет однозначно. Но, тем не менее, Евровидение еще не началось, до него еще много времени, но уже сейчас есть громкий скандал, который сейчас действительно обсуждают во всем мире. Скандал, вот команда отказалась, сказала, что нет, мы так работать не будем, мы так работать не умеем. Но, тем не менее, ты веришь в то, что все получится хорошо? Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Команда, кто эти люди вообще в принципе? Это продюсерский, так сказать, комитет, который был назначен, если мне не изменяет память, в районе начала декабря, 2 декабря. Есть еще оргкомитет у Евровидения, в котором председатель его, это наш премьер-министр Гройсман, да, фамилия Гройсман. Оргкомитет был создан в начале июня. То есть, мне кажется, самая большая ошибка оргкомитета, это то, что они продюсерский вот этот комитет тянули и не создавали до начала декабря. То есть, сколько там, 5-6 месяцев, да, 5 месяцев. Я не могу понять, почему нельзя было уже в июле, например, начинать работать над этим, собирать этих людей, сыгрывать их, чтобы была команда настоящая, хорошая, давать им руководителя. Это раз. Второе. Значит, эти люди, они не занимаются конкретно вот телеверсией, телетрансляцией. Показывают все технические дела. Это все будет делать Европейский вещательный союз. То есть эти люди, что они делают? Они по факту администраторы и ивенщики. Да? Да. У нас в стране на одного человека приходится 20 ивенщиков. Вы это прекрасно знаете, как телевизионщики, как люди, работающие в этой сфере, в принципе. То есть, что мы имеем? У нас была одна команда, мне кажется, этот конфликт чисто вот именно такой индивидуальный. Поссорились, просто не поделились с начальством. Там, по факту, вот пришел человек в середине декабря, эта команда была создана вся, собрана, да, воедино. 2 декабря, 15 декабря был назначен их непосредственный начальник. Павел Грицак, да. Вот я себе его выписал. Причем этот человек, в отличие от всех тех, кто сейчас вот из этой команды ушел, Павел Грицак, он занимался Евровидением. И он уже имеет опыт проведения Евровидения 2005 Игорь, года. Игорь, я тебя перебью вот к этому, к тому, что ты говоришь, у меня есть комментарий. Это запись Русланы в Фейсбуке. Она пишет, что подібна ситуація вже мала місце 12 років тому, коли Євробачення відбувалось у Києві. Саме тоді на посаду виконавчого продюсера Євробачення 2005 року було запрошено Павла Грицака, який вивів ситуацію із кризового стану. У мене немає підстави ставити під сумнів професійність Павла Грицака, його досвід та його команду. Я впевнена, що й сьогодні, навіть у ці стислі терміни, Павлові разом з командою під силу організувати роботу таким чином, щоб Євробачення 2017 відбулось на гідному рівні. От, тобто, от Руслани, от чоловіка, який займався Євровидінням. Ще одна маленька ремарка. Вот, по поводу того, що всі ці люди, в принципі, не знають, що таке Євровидіння, не бачили, крім одного чоловіка, продюсера, вона, її перша підпись була, Виктория Романова. Она продюсер сейчас и работает на одной из руководящих должностей в НТКУ. Она на протяжении, я с ней знаком с 2012 года, она на протяжении уже длительного времени занимается организацией нашей делегации там, вот в странах, где проводится Евровидение. Mm-hmm.
Она хороший профессионал, но она хороший администратор. Это чисто административная деятельность, то есть пойди туда, там договорись, тут нужно вот все там так. Ну, чисто администраторская должность. Все остальные люди, я в принципе их, ну, не знаю, ну, кроме вот Александра Харебина, который вместе с ней тоже продюсер, но это человек как бы тоже такой очень, очень со скользкой биографией, человек, который работал на Донецкого, этого вот, на Донецкого губернатора Таруту, который работал на Курченко. Ну, уже все сказано, две фамилии прозвучали, уже все понятно. Дальше не будем углубляться. Тоже очень такой человек, я так понимаю, что тоже ему тоже нужен этот скандал. Я вот хочу напомнить нашим телезрителям, что мы в прямом эфире. Если у вас есть какое-то мнение, реплика по поводу обсуждаемой темы, пожалуйста, звоните нам. И еще хочу, чтобы мы с вами, коллеги, вернулись к теме логотипа. Вот мы показали в начале эфира небольшое видео, когда был презентован этот логотип. Это такое вот черно-красное намысто. Слово не переводится сейчас. Это украинское слово вошло даже в английские словари. Да, но намысто — это как раз вот символ Евровидения. Как тебе лично Евровидение? Мне очень нравится. Я помню просто свои первые эмоции, когда я увидел. Ну, что-то как-то вот прям вообще недопонял. Думаю, ну что это, как? А я вот сейчас еще раз пересмотрел этот ролик. Я уже его видел, уже несколько раз видел. Мне кажется, очень модно, современно, такие плоские цвета, так сказать, Сочи. Черные. Да. Мне кажется, это будет очень красиво, очень запоминающееся. И, ну, мне нравится. Мне нравится то, что идея. Еще я перебью. Вот вы в начале эфира, я подслушивал ваше начало эфира, вы в начале эфира сказали, что это достижение вот этой команды, которая ушла. Не соглашусь, потому что я читал, что это дизайнерское агентство, которое... Ну, они же контролируют, безусловно. Конечно, но это не они сами. Нет, конечно, они не создают не сами логотипы, они контролируют команда. Процесс. Вот то, что мы говорили, административная функция. Да, я ни в коем случае не ставлю, я просто говорю, что это не лично эта команда создала. Это создало агентство под, конечно, контролем. Но такой же контроль могли бы осуществить и мы с вами втроем. Ну вот слушай, вот ну, сказали, я вот вначале произнес эту фразу, еще раз хочу сказать, вот колбасой назвали, круассаном, бубликом, даже тыквой называли. Ну вот, может быть, и хорошо, что столько разных мнений, да, вот мне категорически нравится. Мне нравится, что это смело и что в этом есть украинская идея. Потому что я смотрел логотипы прошлых различных Евровидений, когда было просто какие-то кляксы, какие-то что-то наляпано, ну, какое-то видение чего-то там, какого-то разнообразия. У нас идея национальная, концептуальная идея. Вот в этом, по-моему, очень большая сила этого логотипа нашего. Ну и напомни, пожалуйста, какой у нас слоган главный? У нас слоган «Шануем размоите», либо «Уважаем многообразие», да, по-моему, тоже в двух словах уместилось, но на самом деле очень глубокий смысл. Ну вот, это к слову намысто, которое является, да, оригинальным словом, также «Шануем размоите», это об Украине. Ну, потому что Украина очень разная. Мне кажется, это больше заброс туда, в европейскую, в толерантность, о том, что бывает темнокожие, бывают светлокожие, бывают... Ну, видишь, каждый трактует по-разному. Это то, что мы говорим. Есть о чем говорить, значит, хорошие лозунги, хорошая лого, да? В этом тоже нету ничего плохого. В этом тоже ничего плохого нет, и мне кажется, ну, хотя, может быть, я бы, наверное, подумал что-то еще. Попросил бы, а еще есть или поиграйте с Шей. Я думаю, что одно из будущих Евровидений, которое, я надеюсь, тоже когда-то скоро пройдет в Украине, будем организовывать в том числе и с твоей помощью. Коллеги, если не против, я вот предложил бы нам посмотреть коротко, буквально фрагмент выступления одной из участниц, которая была на первом полуфинале. По субъективному мнению Максима, она понравилась ему больше всего? Да, ты знаешь, не только мне, она понравилась также и членам жюри, она понравилась и многим телезрителям, понравилась прежде всего своей потрясающей искренностью. Ее зовут Таяна. И песня «I love you», которую она просто переживает на сцене. Давайте буквально кусочек посмотрим сейчас. Собственно,
собственно говоря, вот так вот фрагмент выступления участницы Таяны. Игорь, ты уже был на Евровидении из всех присутствующих здесь, в том числе операторов и режиссеров. Ты единственный, кто там был и видел эту кухню изнутри. Как ты думаешь, вот это выступление может быть претендовать на победу? Вот твое субъективное мнение. Я вот последний год, смотря Евровидение, честно признаюсь, есть грех. Я смотрел и первый, и второй полуфинальные отборы, как домохозяйка, выше обозначенная как целевая аудитория этого конкурса. Я поддерживаю точку зрения члена жюри, который сидит сейчас там в украинском жюри, нашего Андрея Данилко. Да? Я считаю, что надоели вот такие вот девушки, одноликие, однообразные, нехаризматичные. Ну, ты жесток, по-моему, сейчас. Ну, нет, он был еще гораздо жестче. Я половину даже слов не назвал, это что цитата. Сказал он, да. Точнее, ну, в принципе, даже к девушке не так большая проблема в девушке, как проблема в песне. Это песня, которых были сотни и будут, наверное, еще сотни. То есть безликая песня, получается. Да, абсолютно. Этой песней не удивишь. Мне, если честно, больше нравится что-то вот такое творческое, экспериментальное сейчас музыки. Ну, просто потому что уже надоело. Хорошо, парирую тебе. В прошлом отборе, извиняюсь, был хардкиз, помним все, да? Это было очень что-то необычное, жесткое, прикольное. И была Джамала, которая, собственно говоря, и выиграла. Это была не самая лучшая песня «Хардкис», и Аня, согласна, я думаю, со мной согласится, да? Я, ну, как бы слушал почти все. Согласишься с Игорем? Конечно, да. Да. Очень внимательно. Я остался тут один. Что касается Джамалы, то я болел не за нее на отборе. Я болел не за нее на отборе, ну, конечно, уже в финале, я имею в виду потом, в финале, гранд-финале Евровидения, конечно, все болели за нее. Я вас перебью и верну к главной теме нашего эфира, которую мы обозначили. Хотелось бы зачитать комментарии Владимира Гройсмана о ситуации, которая сложилась с ребятами, председателя оргкомитета Евровидения, проведения Евровидения. Которые отказались, да, заниматься организацией. Україна у плановому режимі готується до проведення Євробачення, яке буде проведено на найвищому рівні. Тобто цей коментар з'явився сьогодні, тому, вот, як бачимо, все в порядку, все йде по плану і ніяких проблем з цим немає. Але все ж. Тобто Гройсман поки ще оптиміст, але, знаєте, вот у мене вот менше оптимізму в зв'язку з тим, що білети до сих пор не продають. От якщо ви внимательно слідите за інформаційним пространством, от сьогодні, буквально сьогодні, в 8 часов 15 минут обіцяють почати продажу білетів на Євровидіння, але, ребят, 3 місяці залишилось. На форумах іностранці, які посещали раніше інші Євровидіння, вони просто в шокі і в паніці. Ну як же так, 3 місяці, ми ще навіть білети купити не можем. Что вы по этому поводу думаете? Ну, если честно, мы тоже очень, ну, лично я очень долго искала билеты, и сначала непонятно было с ценовой политикой, да, она абсолютно разная, и информация о том, какая будет ценовая политика, постоянно менялась. Вот мы с тобой обсуждали перед эфиром, последняя какая цена? От 500 евро. От 8 до 500 евро. От 8 евро до 500. Хотя полагалось, что 20 до 200 будет. Вот, и это тоже, мне кажется, какой-то показатель, что вот какая-то неопределенность, не было понятно ни с ценой, ни определенной даты не было. Ну вот ты говоришь, что когда появятся билеты? Сегодня ровно в 8 часов 15 минут обещают начать продажу билетов. Если вы планируете покупать, то покупайте прямо вот сегодня в 8.15, потому что спрос будет огромный, и, возможно, за пару буквально часов их разберут, а потом будут успешно перепродавать, как, в принципе, всегда и бывает. Секунду, я перебью тебя, и раз уж мы уже зачитали комментарий, прости, Игорь, ты обязательно прокомментируешь потом. Вообще-то ты меня перебила, не Игоря. Ну, я ладно. Видела, что Игорь хотел уже ответить. Вернуться к Владимиру Гройсману и к его мнению по поводу того, что все идет по плану. У нас есть комментарий Зураба Аласани, это бывший генеральный директор национальной телекомпании Украины. И вот интересно его мнение по этой ситуации. Затрудняюсь комментировать, честно говоря, потому что это предполагалось все довольно большое количество месяцев назад. Собственно говоря, одна из причин моей отставки была именно в непрозрачности и невозможности прозрачных конкурсов на Евровидении. Тем не менее, я не торопился бы говорить о злоупотреблениях, пока они непонятны. Цифры, которые звучат, там 200 миллионов дополнительных, бог его знает, где они, что это за расчеты. А ЛГСАК имел возможность проводить Евровидение в 2005-м, проводит теперь опять. Будет ли там злоупотребление, не могу сказать. Нарушения какие-то могут быть закона, потому что закон такой. А что по деньгам, не могу сказать ничего. Мне странно только, что ребята сделали это тогда, когда уже, ну, совсем стрёмно для Украины. Ну, куда бы, остается пару месяцев уже.
проснулись, называется. Но, надеюсь, все-таки Евровидение и комитет, который это проводит, имея в виду European Broadcasting Union, владелец Евровидения, не задумается о том, чтобы забрать, отложить, перенести в другую страну и так далее. Надеюсь, что нет. Ну, как видим, мнения немного различаются. То есть, в принципе, все говорят о том, что все пройдет, все будет хорошо, но вот кто-то говорит, что путь будет чуть сложнее, кто-то говорит, что мы идем поэтапно и без проблем. Игорь, вот твое видение. Я думаю, что это чисто вот их внутренний бытовой конфликт. Может, что-то не поделили, может быть, деньги не поделили, может быть... Ну, во-первых, почему нету конкретики, конкретных вещей? То есть, если ты уходишь, то ты уходишь, либо ты просто разворачиваешься и уходишь, и говоришь, я этим не занимаюсь. Не выкидываешь огромные письма, вот так вот мы уходим, вот так громко и так далее. И говоришь, вот эти люди будут заниматься, мы не будем заниматься. Либо ты выходишь и говоришь конкретно, от и до, вот значит, вот это вот, например, Грицак, он украл столько-то, а из-за этого мы уходим. Не, либо, допустим, была, мы хотим, звонили, он либо, же сказал, либо мы что хотим если украсть, за 4 недели проводить тендеры до Евровидения, это, говорит, безумие, мы так работать не Максим, умеем. Максим, но это тоже не повод обсуждать это в середине февраля перед конкурсом, за 3 месяца до конкурса. Лежит на нем, и он это дело не оправдает. С него спросят. Ответственность лежит на тех людях, которые вообще в принципе наметил решать эти вопросы в середине февраля. Как можно решать, когда будут проводиться тендеры? Это нужно было решать в первые дни. То есть после Евровидения прошлого. Ну, хорошо, в лучшем случае. Это нужно было тогда, когда Гройсман вышел и сказал, я председатель оргкомитета. Но либо, допустим, когда вот в начале декабря был создан этот вот конкретно этот продюсерский комитет, где были продюсеры, эти 30 человек команды, нужно было сесть и четко по каждому пункту расписать, когда будут проводиться тендеры, тогда бы не возникло вопросов в феврале. Игорь, том, но они быть. Не умеют работать. Вот как ты думаешь, почему на мировом уровне? Почему они не умеют? Я тебе перебью. Почему не умеют работать? Я такому себе... нельзя быть готовым. Евровидение не проходит в стране каждый можно год. Можно было быть готовым, просто вопрос в том, что как бы амбициозные люди начинают этим заниматься. Вот Денис Блащинский, который был сегодня с утра в эфире, в начале передачи назад, в эфире, да? Я его просто процитирую. Нам удалось собрать невероятную команду, трали-вали, но я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены. Друзья мои, как можно брать в команду человека, одного из первых как бы лиц в этой команде, который за собой может потянуть людей, который говорит, я уйду. Он должен быть такой человек, который не уйдет, даже если атомная бомба взорвется. Мы сейчас говорим о чести и достоинстве нашей страны. Послушай, ну вот нельзя. Я приведу пример тебе, да, вот если человек скажет, вот мы работаем командой, если вы будете воровать в команде, я развернусь и уйду, я с вами работать не буду. Окей. Это мой жесткий принцип. Но будете он же не говорит сейчас, что хотят кто-то своровать. Если я говорю, что если будут воровать, я уйду. Я выхожу и говорю, они воруют, вот он ворует. Иду на телевидение, либо иду с конкретной бумагой в прокуратуру и говорю, этот человек ворует, идите проверяйте. Вот такой-то тендер был проведен непрозрачно и так далее, он ворует. Это честно, перед собой и перед своей совестью. Я думаю, да. Ну, видишь, а у вот них то, что другое сейчас видение. Происходит, кто-то что-то куда-то ушел, где-то кто-то кому-то что-то не договорил, где-то какие-то тендеры вдруг выяснились. Самое главное, что мы все с вами верим, друзья, и мы, и наши спикеры сегодня, что все будет хорошо, и мы для этого все возможное сделаем. И в нашем эфире будем многократно об этом говорить. И по поводу билетов, еще буквально полслова. Ложка дегтя, да? Нашим зрителям, это ложка меда во всей ложке дегтя этой всей новости. Я рекомендую, если у вас получится, купите себе билет хотя бы в самое-самое дальнее место, самый-самый дешевый билет на полуфинал, на финал Евровидения. Это просто непередаваемая атмосфера, и она у вас будет храниться вот здесь, в сердце, особенно учитывая, что эта атмосфера будет в самом центре нашей страны. Возьмите, купите, пойдите, вы не пожалеете, однозначно. У нас есть звоночек, мы очень коротко вас слушаем. Представьтесь, очень быстро ваше мнение. Добрый день, меня зовут Ольга. Услышала ваши, очень хорошие замечания, очень много хороших комментариев, правильных, истинных. Вот. Но мне, конечно, склоняюсь, если из вашего запроса, то ко второму варианту. Я очень надеюсь, что мы все проведем, потому что у нас есть потенциал, у нас есть опыт. Мы показали, что мы можем классно провести Евровидение. Жаль, что случилось, но верим в то, что все будет хорошо, и у нас
будет круто, и Евровидение проходит не последний год в Украине. Ольга, спасибо вам огромное за оптимизм, за взгляд такой в будущее. Действительно, не последний год, будем надеяться. Я думаю, самое время подводить итоги опроса. Звучал он так: чем станет Евровидение в Украине? Итак, первый вариант. Опозоримся на весь мир. 33%. Второй вариант. Выкрутимся в последний момент. 50%. И непредсказуемо, можно делать ставки. Последнего 17%. Евро-пессимисты, еврооптимисты и евро-нейтралы.